Совет молодых специалистов общества «Лукойл Западная Сибирь» организовал праздник для детей сотрудников. На игровой площадке на улице Дружбы народов были организованы веселые старты. Спортивно-развлекательную программу с эстафетами и конкурсами посвятили Дню защиты детей. Каждой семье за участие поощрительные призы. Мы закупили, значит, различные конструкторы лего, пазлы, фломастеры. Что у нас там еще? Ну, в общем, основные наборы для творчества. Без первичной профсоюзной организации это было бы намного сложнее бы все организовать и провести, так как Совет молодых специалистов с ними тесно сотрудничает. И спасибо вам то, что вот провели мы такое мероприятие. Как у нас было в школах, как у нас было в детских садах. То есть, ну, обычный урок физкультуры, где мы просто бегаем, веселимся туда-обратно, бегаем с мячиками. И главное, что весело. Дети – наше будущее. Надо о детях думать, беречь их и гордиться ими. Самое главное, я считаю, вот лично мое мнение, главное их дарить им счастье.